А перед началом ролика хочу посмотреть группу КРМП Анон. В данном паблике публикуются истории из КРМП, разные мемы, приколы, информация о серверах, разоблачения и так далее. В данной группе вы также можете предложить свои новости. Пацаны, ссылочку я оставлю на эту группу в описании. Всем советую, в принципе, подписывайтесь. И всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочную серию Amazing Roleplay 0. Да, это OBT сир, пацаны, там IP я оставлю в описании, заходите, тестируйте. Пока что он открыт. Пока что, сегодня суббота, пацаны, уже 2 часа по МСК. 2 часа дня. Поэтому он еще открыт. Блин, у меня модпак не стоит, походу, да? Да, у меня модпак не стоит. Ну ладно, я думаю, это не суть важно, в принципе. Поэтому я не буду его ставить. Хотя можно было бы оставить сейчас. Ну, ладно. Хрен с ним. Так, квартиры есть свободные? Регистрация. Квартир нет свободных, блин. Придется куда-то далеко бежать, чтобы арендовать квартиру. Ну да ладно. Ебать, подождите, я спортзал нашел, ебать это название. Давайте, оно будет стоить 10 миллионов. Местоположение поменяется, так понял, спортзала. Меня очень интересует тема спортзалов, поэтому... Ебать, охуенный интерьер просто, блин. Просто охуенный интерьер, блин, я себе очень хочу спортзал купить. Долгого, ну, на основном сервере Амазинга первом. Блять, охуенный интерьер просто. Просто, блять. Муа! Персик, блять, просто. Просто охуенно. Бля, пиздата просто. Просто пиздата, пацаны. У меня других слов нету. Блин. Охуенный просто интерьер. Мне очень нравится. Давайте, погнали. Я квартиру найду, блин. Я вот это бегаю, квартиру не могу найти. Видимо, их не расставили по всей карте, короче, там. Поэтому сейчас будем искать. Сейчас будем искать. Во, я вижу подъезд, блядь, наконец-то. Пожалуйста, пусть там, блядь, будет квартира. Потому что это пиздец. Я уже задолбался бегать по всей карте. У меня 2 ляма еще осталось. У меня, по-моему, там Бэха есть и Волга. Я хочу сегодня проверить тачки. Я, наверное, сейчас куплю квартиру. Потом перезайду. Так. И мы купим еще машины, какие меня интересуют. И я проверю их в полном тюнинге. Поэтому как-то так. Так, вон чувак оттуда вышел, кстати, еще. Блять, давай, пожалуйста, квартирку, квартирку. Регистрация. Есть. Заебца. Так, вы успешно арендовали квартиру. Так, по-моему, лифт работает. Я хочу продать лифт. Лифт. Возле лифта. Во. Все, я вызвал лифт. Сейчас проверим, как он работает. Сегодня подробненько попробуем посмотреть это... БТ, потому что могу закрыть в любой момент, а я хочу вам побольше всего показать. Так, давайте первый этаж. Как он работает, лифт? Бля, охуенно, кстати, работает, блин. Прям охуенчик. Просто охуенчик. Так. А, меню же оплатить проживание. 29 дней платим. Все, заебись. Так, теперь надо машину забрать. Забрать транспорт. Стоп, у нас же две машины, по-моему. Кар. Так, BMW M560. Ага, мы забрали эту бричку, нам нужно ее продать теперь. Сейчас ее продам. Только где она стоит? Вот. Волжанку продадим. И я сейчас сделаю... Блин, у меня же ее прав нету, сука. Это, конечно, хреново. Ну ладно, сейчас перезайду, короче, и поедем зайдем как раз на права. Так, вот я в квартире заспавнился, короче. Давайте посмотрим, что у нас тут за интерьер. Кстати, довольно-таки нормальный интерьер. Хотя, вроде, я его показывал. Может быть, что-то изменилось здесь. Хотя, вроде бы, ни хера не поменялось. Поэтому... Можно выходить. Можно выходить. Так, прогрузочка у нас идет. Окей. Ладно, лифт я уже вам показывал. Давайте по ступенькам спустимся. По ступенькам тоже нормально. Здесь есть подвал у нас. В принципе.
Ну, подвал это прикольно, если бы его как-то зафункционировать, чтобы сюда можно было, не знаю, допустим, вам оружие ложить, вещи свои, там и так далее. Там велосипед сюда можно было поставить в подвал. Это было бы реально круто. Блин, я забыл тачку забрать. Поэтому назад заходим. Сейчас я заберу свой БМВ. Так, меню. Забрать транспорт. Все. Волги ж у меня нету. Теперь. Модпак я вроде поставил. Не знаю, он работает? Да, работает. Блин, у меня аж нету ремки. Сука. Эти номера, видите? У меня нету номеров, и они будут. Это круто, кстати. Номера будут у нас прямо на машине. И здесь также тоже, походу, будут номера. Блин, давайте сейчас где-то ремку надо нарыть. Блин, и на права надо сдать. Так, вот я добежал к BMW. Купил ремку. У вас нет категории B. Repair car. Сейчас тачка починится. Я не буду пока, как я вот так вот еду. У меня B, кстати, в полном чип-тюнинге, поэтому это будет жестко. А, у меня сейчас гидравлика. Ну ладно, короче, погнали. Кстати, это у нас что? Концертный зал, походу? Давайте посмотрим. А, показалось, что какая-то хрень, ну ладно. Ух, ёбаный в рот. Блин, прикольно. А как именно зайти на... А, вон. Зайти нормально. Я думал, это магазин одежды, но это концертный зал. Не, ну, блин. Интерьеры охуенные, не спорю. Реально, интерьеры мне очень нравятся. Прям охуенные интерьеры. Блин, на права сдавать, конечно, это пиздец, пацаны. Потому что у меня машину качает ебаничий... Просто пиздец как. Поэтому я решил ее здесь бросить и лучше пешком пробежаться. Кстати, вот магазин одежды. Давайте зайдем. Посмотрим. Сколько же скидки будут стоить, мне интересно. Так, окей. 620 тысяч. Здесь скин какой у меня есть. Вот он. 400 тысяч. Такие будут стоить. Цены на скины, так понял, они поменяются. Окей. Ну, раздевалочка такая. Ну, прикольно, блин. Реально интерьеры меня очень радуют. Прям охуенные просто. Просто охуенные. Поэтому сейчас мы побежим дальше. Блин, в скутерах просто бензина нету. Мне на права надо как-то сдать. И, конечно же, донат у меня нету, да? Донат. Донаты. Не, нихера нема. Ну, ладно. Давайте добежим. Уже, в принципе. Бать, чувак на рейндж-ровере ездит. А, рюкзак тоже можно тоже купить. Так, 2,5 миллиона. Окей. Блин, до Батырева тоже бежать, конечно, далековато будет. Так, я забыл, что такси ездишь. Я забыл. И видите, вот меня везут, короче, на Роллс-Ройсе. Виско Крилов. Я попросил до автошколы. Видите, даже здесь пацаны РП соблюдают. А, вот здесь сделали такие эти. Круговое движение, можно сказать. Как бы. Поэтому поехали. У меня, кстати, лям 200 остался. Какого-то члена. А что так мало у меня осталось? Что-то не понимаю. Ну ладно, поехали. Еще заработаем, потом на грузчиках поедем. Чтобы протестировать машины, какие я хочу. Просто реально на права сдать, потому что эти колебания камеры, это вообще не круто. Это у нас ФСБ, кстати. Прикольно выглядит. Я думаю, что можно таксовать на своей тачке. Я думаю, это будет очень круто. Я тоже обязательно это попробую. Только уже когда залют на ГО. Эту систему, короче. И думаю, это будет очень круто. Думаю, это будет охренено. Кто-то же тачку сломал. Ну, мне интересует чип-тюнинг на некоторые машины. Я их вам покажу, какие машины. На BMW я уже проверил. Я хочу еще на Yamaha проверить. Потом на E63 хочу проверить, сколько у него будет максималочка. Кстати, домики здесь есть. Ну, здесь уже все выкупили. Это понятное дело. Это понятное дело, в принципе. Что тут машинка нарисована? Это же заправка. Ну, заправка Essence, кстати, где была. Как я понял. Сейчас мне столько бабок, наверное, снимут. Просто, блядь, сейчас лям. Фу. Улетит просто в таксисту, в карман. Я так думаю. А, не, всего лишь 131 рубль сняли с меня. Так, удачи. Спасибо, и тебе удачи.
Так, давайте зайдем на права. Хотя бы попробуем сдать на права. Ну, зайди ты уже. Чего не заходит в автошколу? Не хочешь заходить в автошколу, алло. Дядя Петя. Вот, зашел, наконец-то. Тут уже сразу, кстати, интерьер поменялся, по-моему, интерьер. Категория Б. Сейчас, наверное, тут такая толпучка, блин, на права сдавать надо же. Ну ладно. Ничего страшного, я думаю. Да, тут обратно, блин, толпучка это. Ну ладно, давайте побегаем, посмотрим Батырева. Кстати, как я говорил, эти места сделали подъездами. Теперь это подъезды. Это очень круто. Но видите, здесь другой подъезд, здесь лифта нету. Здесь просто двухэтажный подъезд. Бля, просто от души, просто красавчики. Пацаны, у кого здесь дом стоит, вам не повезло. Он светит у вас. Здесь сделали подъезды, и я считаю, это правильно. Просто реально, это правильно. Чтобы это были подъезды. Просто за это вам респект, пацаны. Серьезно. Это будут квартиры теперь, это реально круто. Это будут падики. Потому что, ну, блин, сделать здесь дом, это было глупо, на самом деле, решение. А вот такой двухэтажный подъезд. Видите, они специально сделали двухэтажный. Это круто. Здесь у нас будет, так, 4 квартиры здесь. И здесь сколько квартир, так. И 4 здесь. Ну, 8 квартир, блин, это лучше, понимаете, блин, будет. Да, они, наверное, будут подороже стоить, в принципе. Но все же, блин, это круто. Это реально круто. Так, я решил зайти в МЧС. Так. Ага. Это интерьер у них. Кстати, нормальный такой интерьер. Давайте побегаем, посмотрим. Это у них столовая, как я понимаю. Угу. Раздевалка. Это у нас туалет. Это у нас дежурная часть, а. Ух ты, бля. Вот эти машины МЧС нету. Это работа, походу, все-таки будет, если их забрали, потому что. Да, здесь, по идее, машины должны стоять. Нету выхода. А как эти машины... О, интересно, как эти открывать эти ворота? Блин. Мне интересно реально, как эти ворота открывать потом? Они автоматически так вверх открываются, либо просто ты поехать на улицу и все. Если просто поехать на улицу, блин, ну, такое, я не знаю, такое. Давайте забежим сюда, посмотрим. Да, вот здесь на улице машины стоят. И видите... Вот здесь тачки стоят. Не, ну нормально, что, прикольненько. Прикольненько. Автосалон, кстати, отсюда убрали. Я не знаю, где он. Батыре вообще будет автосалон, интересно, или нет. Мне кажется, нет. Давайте GPS припишем. GPS. GPS нелегальной организации. Общественные места. Автосалон. А, Ржевск. Это же будет новый город Ржевск. Походу, у Батырева не будет больше автосалона, пацаны. И автосалон, интересно, будет ли бизнесом или нет? Нереально интересно. Кстати, здесь теперь спортзала не будет. Здесь будет итальянская мафия. Поэтому спортзал в Батырево отпадает. Ну, его, наверное, куда-то переместят. Просто. Здесь у нас будет итальянская мафия. В Батырево теперь. Ну что, прикольно, кстати. Прикольненько. О, новые автобусы. Вокзал у нас, ну вокзал как и был, в принципе. Вон у нас банк. Давайте забежим в эту мэрию. Просто, пацаны, не могу сейчас на права сдать, поэтому, не знаю, наверное, сегодня не получится у нас. Возможно, если ночью все, ну, я буду играть, короче, то я сниму для вас. Потому что реально людей много, блин, на правах хер сдашь. А вот это скачанием я ездить не собираюсь. Потому что, блядь, ну, на BMW 200 км в час скачанием ехать, пацаны, это пизда будет. Я не доеду, я, блядь, со двора не выйду. Понимаете? Может попросить права выдать? Вы, блядь. Можете выдать, пожалуйста. Пожалуйста, права. Так, это у нас что? Давайте, а, ну, блядь, ну, водителем такси устраиваться, конечно. Хотя, водитель маршрутки. Это не шутки, да? Машинист. Давайте водителем маршрутки, допустим, устроимся.
Так, 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 стопэ. А, можно создать семью, кстати, давайте пробуем. Family. Кирилл. Гейм. Посмотрим, поменялась здесь система или нет. Видимо, нет, да? Ферранг, Фелаве, Феов. Ну, такой, да? Не поменялась вообще система семьи. Вот это меня, сука, огорчает, нахуй. Вот это, блядь, меня огорчает, что система семьи, сука, не поменялась вообще. Как было говном, так и осталось. Вот это бесит реально. Это, блядь, можно было систему семьи сделать нормальную, блядь. Ну, пиздец. Просто пиздец. Что это за стеклянная дверь? Зайти нельзя, типа. Пиздец. Вы не можете взаимодействовать с этой дверью. Спасибо, блядь. Ну реально, блин, ну можно было систему семьи поменять, сука. Нет, блядь, надо было ставить то же самое, хуйню ту же самую, блин. Реально, система семьи просто отстой полная. Нельзя не купить машину семьи, не спам семьи сделать, нихуя нельзя просто. Просто реально бесит. Это можно было бы уже поменять. Давайте в банк зайдем, посмотрим. Да, блядь, зайди ты в банк, что-то тупит жестко сервак. Не знаю почему. Но он тут жестко. Реально, блин, тут система семьи, сука. Ну, реально, можно было поменять уж. Так, здесь у нас что? Так, откуда плюнуть мой счет? С 5 уровня. Ну, это понятно. Это, в принципе, понятно. Так, давайте на автобус, может, устроимся, поработаем. Чувак под лесом соблюдает. Не, ну, молодцы, в принципе. Ну, вояк машину взял. Кстати, на обучение надо съездить глянуть. Неинтересно, вы че. Я автобус возьму, короче, ебалась на брод. 100 рублей позволю проезд, короче. Все, завели, поехали. Хотя, блин, у меня даже категории это нету. Я не купаю, как так я сел сюда. Тоже баф, походу. Реально категории даже нет. А вон магазин одежды, кстати, есть. Давайте посмотрим. Так. 30 секунд маршрутка пропадет у меня, да? Столовая, кстати, ее поменяют просто местоположение. И все. Так. Мне просто интересно глянуть. Надо было такси брать. Все-таки, блин. Наверное, сейчас поедем такси лучше возьмем. На нем будем ездить. Аптека. Ладно, сейчас это такси возьмем и на нем будем ездить смотреть. Видите, здесь тоже квартирки. Ну, прикольно, что эти двухэтажные домики, это будут квартирками. Это реально просто респект просто. Реально очень правильное решение. Теперь будет больше домов, больше людей будет, больше движуха Батырева, короче, будет теперь, как и оно должно быть. Поэтому... А, мне надо устроиться сначала в таксопарк. Точнее, таксопарк. А, получено заработать 50 рублей. В смысле? Так, устроиться. Все, сейчас возьмем машину таксопарка. Третий уровень. Что за хуйня? А что не закрыто, блядь? Какого хуя? Полок 2. Полок 1. А что не закрыта эта машина? Такси Батырева. Батыревка. Да. Непонятно, почему оно закрыто. Хуй его знает, да? Ну ладно. Все, арендовал, короче. Погнали. Я хочу посмотреть, мой дом останется или нет, хотя бы. Мне вот это интересно. Мой дом останется. Мой милый дом. Мой милый дом. Ту-ду-ру-тун, ту-ру-ду-дум. Так, поехали. Просто даун, блядь. Просто, блядь, тупой, сука, даун. Как можно быть таким даун? Сука, даун. Даун ебаный. Сука, как можно быть таким ебаным дауном? Просто мне автобус, ну, хоть забагал. Петух ебаный, блядь. Блядь, что мне с ним делать? Вот, давай, доставайся.
Все, блядь, иди нахуй, пидор, так, сука. На ренжовере, блядь. Реально петух, сука, ебаный. Чтоб он, сука, сдох нахуй от спида. Кстати, да, уберут, походу, вот стиловую здесь уберут. Вот вообще, вот новая дорога. Я хочу посетить свой дом. Мне мой дом оставили. Мой домик остался или нет? Да, мой дом, кстати, остался вообще. Изи. Кстати, вон еще одна МЧС, видите, на карте, вон там вот. Кстати, две, походу, МЧС будет, может, даже три. Ну что, прикольно. А мы сейчас направляемся в космос. Где космос? Я не знаю, где точно этот космос находится. Ну, вроде бы примерно где-то здесь. Как я предполагаю. Надо найти его. Банк, кстати, здесь есть тоже. Прикольно. Ну, нам нужен космос, пацаны. Полет в космос, я посмотрю. Конечно, дело сегодня посмотреть именно, что я... Но если сер будет еще открыт ночью, то я еще засниму то, что я хотел. Но так, пока что... Ну, тоже показал много чего интересного, я думаю. Поэтому лайкочек-то сразу ставьте. Так. Ага, мы как-то подъезжаем. Ага. Так, а где этот полет на ракете можно сделать? Охрен его знает, да? Тоже скутеры есть, так, а это что у нас? Аренда вертолета. Ага. Это аренда вертолета. Где космос? Где полет в космос? Так, GPS. Чистые места. Церковь. О, церковь, сколько будет церковь? Так, Анашан. Стадион города, автосалон, ЖД. Пляж. Окей, подработки, развлечения. Парашютный клуб, прогулка на вертолете, заплыв, регистрация на футбол, крутые гонки, мот... Так, это не то. Бизнес, нелегальные организации. А где, блядь, полет в космос вообще находится? Можно узнать, алло? Бо, у меня еще в банке 3 миллиона лежит. Блин, а где этот полет в космос, серьезно? Прям серьезно, мне нужен полет в космос. Да. Я просто без понятия, реально, где он находится. Смотри, как луна просто красиво смотрится, кстати. Прям охуенно просто. Аж манит к себе. Это луна. Ну, я не знаю, кстати, на туре, где полет в космос. Я реально без понятия просто. Просто я не знаю, что делать с этим полетом в космос. Я не знаю, где он находится. Хотя вон еще и стой есть. Церковь. Давайте в церковь заглянем. Ну, церковь, в принципе, как нам показывали на скринах. Только тут команды никакой не пишется, ни хрена нету просто. Хоть бы команду писали, блин. Серьезно. Ну, а так интерьер тоже классный. Интерьеры у них вообще все здесь классные. На самом-то деле. За интерьеры просто им топчик. Просто топчик. О, я успел в автобус запрыгнуть. Он какой-то... У меня странный теперь, без окон, блядь, только с дверями, и все. Ну, баги, баги, баги. Это баг, наверное, сама модель просто. Ну, ничего страшного, ладно. Здесь у нас мостик такой. Я реально не знаю, где здесь полет в космос. И даже предположить не могу. Админы не отвечают, я писал репорт. Ну, понятное дело, там, наверное, фул такой жесткий просто. Поэтому... Хотя вот тут еще квартирки есть, походу. И, ну круто, круто. Ну, конечно, блин, Overzamas, знаете, будет писать по-любому потом, говорить, что типа вот, спиздили с Радмира. Могли бы сделать его в другом месте где-то. Либо новый Батыева сделать. А не новый Overzamas обязательно. Ну, такое, конечно, себе. Такое. Не очень. Не знаю. По мне не очень. Придумали с этим городом. Где здесь полет в космос находится? Вот этот, блядь, хуй его знает, конечно. Поезд у нас какой-то стоит. Еще один таксопарк, да, походу. Да, еще один таксопарк. Давайте глянем. Да, охуенно я вышел, конечно. И чувак тачку зато разъебал. Так, да. Владелец здесь есть? Да, есть. Ну, таксопарки будут актуальны, я думаю. Хотя, в таком месте, блин.
Хз. Я хз на самом деле. Поэтому погнали. Покатаемся, еще посмотрим, что тут у нас есть. Стол здесь есть, но не рабочие. Так, домики, домики, домики. Ну нормально, что? Нормально. Тут закрыто, видите? Шлагбаум. Смотрите, пацаны, видите, вот, блядь. Просто копия Радмира. Рублевка. Смотрите, вон Рублевка, и здесь Рублевка также. Блин, она, конечно, крутая, блин, но зачем повторять за Радмиром, блядь? Зачем было и там Рублевку делать, и здесь? Ну, блядь, тупо копия Радмира просто. Не, дома охуенные, не спорю. Вертолетные площадки есть. Когда вы покупаете здесь дом, у вас остается вертолет, походу. Ну, круто, круто, крутая Рублевка, Рублевка, не спорю. Ну, блядь, зачем повторять за Радмиром просто? Зачем? Просто зачем? Кстати, я хочу просто глянуть цены на них. Или тут... Они, походу, не продаются, да? Они, походу, не продаются, эти дома, вообще. Да, видите, здесь нет ни хрена такого. Но все равно Рублевка классная. Все равно классная. Ну ладно, на этом у меня все, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.